В 24 серии сериала «Никто не знает» пилот решил написать письмо Евджу. Он просил его заботиться и помогать его семье, чем он только сможет. В этот момент Али отправляется к Севде. Он хочет поддержать ее и успокоить. Он говорит ей о том, что совсем скоро все плохое останется в прошлом. Али говорит также о том, что она должна набраться большого терпения и ни при каких обстоятельствах не совершать глупостей. Стоит немного подождать, и Всевышний наградит ее за терпение. Когда Сулейман встретился с Дуйгу, то он сразу же рассказал ей о том, что встречался с братом. Они выросли вместе в приюте, и на тот момент этот человек смог заменить ему отца. Помимо этого, Али рассказал о том, что ему удалось отыскать своего брата, и им оказался пилот. Только когда он был маленьким, то у него было совершенно другое имя. У Али было слишком много врагов, и они не собираются бездействовать и только выжидают подходящего момента для того, чтобы нанести решающий удар. В доме Али был организован праздник, и на него пришли все, кого пригласил Али и Сулейман. Только праздничное настроение у всех гостей было испорчено после того, как появился с оружием в руках Видат. Сулейман смог вовремя остановить его и сообщил Видату о том, что Али его родной брат. Только в этот момент уже был дан приказ убить Али, и снайпер совершил свой коварный выстрел. Все, что будет дальше, мы узнаем из 24 серии, которая выйдет 1 декабря на канале АТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.